Все воскресенцы победители губернаторской премии «Наше Подмосковье» под одной крышей. В этом году от нашего района было направлено более 270 заявок от соискателей. 41 проект удостоился наград крупнейшего форума «Добрых дел», как его называет губернатор. Один из проектов получил первую премию в номинации «Гражданская инициатива». Валентина Чумакова возглавляет общество инвалидов южной части города «Надежда» и помогает людям с ограниченными возможностями обучаться искусству кройки и шитья. Наше общество очень довольно, что мы выиграли номинацию в этом конкурсе, чтобы нам продолжить дальнейшую работу с инвалидами. И наш швейный цех, как мы его называем, очень довольны, что на нас обратили внимание. Даже сейчас здесь в зале подходят люди и предлагают свои вещи и говорят, нам очень понравилась ваша номинация. Помощь обществу инвалидов «Надежда» предложил Андрей Павлов, замдиректора Воскресенского шахматного клуба, который и сам стал призером премии. С Валентиной Чумаковой познакомился на вручении в подмосковном Одинцово. Мы с Валентиной Ивановной познакомились на вручении премии, и вот сейчас вот уже решили оказать посильную помощь вот этому прекрасному делу, за которое она и получила основную премию. Очень радостно, то, что ее труды были отмечены столь высоко. Воскресенцы представили самые разные проекты. Николай Хохлов курирует направление патриотического воспитания. Участвует уже третий год. И третий год становится призером. В этот раз за создание интернет-сайта «Новости патриотов» он занял второе место. Третий год получаю возможность развивать свой клуб, поисковый отряд, свои идеи. Поэтому самый замечательный. Такой вид поощрения необходим? Ну, в общем-то, да, меня спрашивают, ваши проекты всегда выигрывают. Я говорю, потому что они работают. А почему они работают? Потому что они выигрывают. Есть возможность получать деньги и запускать их вот как раз на реализацию этих идей. Комиссия поощряет и творческие инициативы. 11 проектов я подавал в этом году, но самым результативным оказался проект создания общественного дома творчества писателей Подмосковья имени Паустовского. Значит, что бы хотелось сказать об этом проекте? Тема оказалась настолько продуктивной, что проект стали тиражировать в других регионах. Лауреатов приветствовали творческие коллективы и руководство района. Я хочу сказать огромное спасибо всем неравнодушным. Ведь многие это делали просто от всего сердца, не думая о том вознаграждении, которое будет. Я хочу всем пожелать вам доброты, здоровья, крепости духа и дальнейшего участия в прекрасном конкурсе, который является своеобразным стимулом развития нашего города и Подмосковья. Премию «Наше Подмосковье» называют самым крупным форумом добрых дел. И это действительно так. Каждый проект – это добро или полезное для общества дело. Вы все люди с большой буквы, вы все думаете о нашем городе, о нашем районе и о тех людях, которые нуждаются в помощи. У вас большое сердце, большая душа. И, конечно, мы всегда открыты для вас, готовы общаться, помогать, чем можем, и продвигать ваши социальные инициативы. Присутствующих поздравила и депутат Государственной Думы Елена Серова. В этом году воскресенцы заняли 35 премий третьей степени и 5 премий второй. Каждому лауреату лично вручили его заслуженную награду. Для вручения первой премии в номинации «Гражданская инициатива» на сцену пригласили Валентину Чумакову. Большое всем спасибо, кто голосовал за нас, кто болел за нас и кто дал нам возможность участвовать в этом проекте. Большое спасибо нашим руководителям, которые помогают нашему обществу, помогали и думаем, что будут и в дальнейшем помогать нам. Спасибо большое всем. Денис Митков, Евгений Стародубов, Воскресенские вести.